Седьмой выпуск лицея, уже вторая памятная аллея. Хранители традиции по высадке деревьев, взвод номер 13. Право подержать лопату доверяют офицерам в звании ниже подполковника. Ответственное поручение сегодня – исполнение последнего приказа в стенах лицея. Завтра все садовые обязанности перейдут к следующим выпускам. Красят, да, поливают иногда. Ну как, за обычными растениями хожу. Газонокосилки, по словам выпускников, запомнятся не меньше, чем марш-броски и полевые выходы. Физическая подготовка, помноженная на воспитание духа, в простой формуле вскрывает суть лицейского образования. В дополнение к кодексу чести – религиозная сознательность. Сняв фуражки и покрыв голову крестным знамением, сегодня выпускники стали свидетелями уникального события. Первый камень заложен, и осенью на территории лицея милиции начнется строительство храма, посвященного Стефану Великопермскому. Святитель Стефан, поскольку как просветитель этого края, он покровитель всего края, покровитель всех силовых структур. Шанс проявить чувства не только религиозные, но и патриотические предоставился лицеистам час спустя. Вручение аттестатов, один из которых золотой, начинается гимном России. Официальный ритуал, однако, быстро завершается, и прощание со знаменем плавно перетекает в танец с любимым педагогом. Атмосферу праздничного дня, по словам выпускников, сегодня может омрачить лишь одно обстоятельство. Вечером каждый из них обязан сдать свою лицейскую форму кладовщику. Алевтина Тютикова, Игорь Артемов, «Наши новости».